Здравствуйте, у меня шея часто потеет и тяжесть в шее, головокружение и многие еще. Все это после короны и ПА. Ну, я как-то был вопрос по поводу короны, когда вот человек переболел, что делать? Выводите токсины. Ваш организм сейчас забит продуктами жизнедеятельности этого вируса, и, соответственно, функция легких ослаблена, там функции сердца ослаблена, организм весь в режиме находится крайних дефицитов всевозможных. Поэтому рекомендация такая: кушайте огромное количество витаминов, просто мегадозами их кушайте комплексно, да, не по отдельности, а все вместе. Вот, ходите в баню, пейте очень много воды и потихоньку заставляйте себя двигаться. То есть тренировки, нагрузка физическая должна быть каждый день больше, чем предыдущий. Увеличивайте количество движения.